И тут возникает главный вопрос. К защитникам западной демократической модели капитализма в Российской Федерации. Как такое количество правонарушений и преступлений, в которые вовлечено практически все население страны, стало вообще возможным? Отсюда предложение Министерства внутренних дел СССР. Почему бы вам, Андрей Викторович, журналисту, ратующему за донесение до населения страны, во всяком случае до ваших 1 300 000 подписчиков, всей правды, не открыть рубрику на вашем канале, где шла бы разъяснительная работа, например, о следующих фактах. О факте реализации на территории СССР в течение 1993-2023 годов утвержденного еще в 1942 году дальнего стратегического плана Третьего Рейха, генерального плана Ост. Второе. О факте юридического существования государства СССР, территория которого фактически находится в оккупации. Не секрет, что Хельсинские соглашения о нерешимости границ СССР всеми союзными республиками, включая Латвию, РСФСР, Украинскую ССР, грубо нарушены. А на территорию СССР официально введены воинские части НАТО. В Литве авиабаза НАТО в Шауляе. В Рукла механизированный батальон НАТО. В РФ транзитный пункт базирования НАТО в Ульяновске. Это юридически означает оккупацию Советского Союза. Третье. О факте юридически существующих гражданах СССР с гражданством СССР, находящихся фактически в заложниках, лишенных советских паспортов, с аусвайсом на руках, выданных новодельными лжегосударствами из числа переименованных советских республик, входящих в состав СССР. Четвертое. О фактах возрождения СССР и его органов власти и управления гражданином СССР Сергеем Вячеславовичем Тараскиным через правовой механизм законов войны и военного времени как единственно возможного в современной сложной правовой ситуации с целью наведения конституционного, правового и иного порядка на всей территории СССР и дальше во всех вложенных в него субъектах права. В правовых границах древней грамоты Александра Македонского от 324 года до нашей эры. Здесь речь идет о мировом глобальном проекте «Феникс», равных которому пока нет ни в одном государстве, даже близко. А ведь в нем заложено справедливое и правовое разрешение всех противоречий современной цивилизации человечества. И реализован он будет, в том числе и внутри нашей страны, невооруженным путем, которому нас учили на примере истории 20 века, а правовым. На основе факта обнародования и признания Международным судом юридической силы древних документов, в том числе и упомянутой грамоты Александра Македонского от 324 года до нашей эры. Разрешающий самый главный и спорный вопрос, территориальный, которую Тараскин Сергей Вячеславович в соответствии с имеющимися высокими полномочиями перевел из статуса музейного экспоната в статус юридического документа. Он также первым не только упомянул, но и первым на практике показал, как эффективно работают не военные, а правовые формы поднятия власти в виде распущенных органов управления Союза СССР. Сейчас нет необходимости брать кого-то штурмом, готовить вооруженный захват телеграфа, банка или вокзалов. Все это, как прошлогодний снег, утратило свою ценность. Хотя в 20 веке действительно эта тенденция была доминирующей. С 21 января 2010 года до настоящего времени еще в СССР нет даже министра обороны СССР, не говоря уже о советской армии. Она была сокращена Российской Федерацией
а все офицеры и военнослужащие уволены. То же самое произошло и с другими силовыми министерствами и ведомствами. Следовательно, все уволены находятся в состоянии вынужденного прогула за счет тех, кто их уволил. Также заметьте, что до того, как Российская Федерация начала уголовные действия против граждан СССР, восстанавливающих органы власти и управления, и не было заведено ни одного уголовного дела против Российской Федерации, против органов власти и управления Российской Федерации, против граждан Российской Федерации, против всего сделанного ими против СССР и граждан СССР. В 21 веке правила игры поменялись. Кстати, об этих правилах всему миру, опять же, первым сообщил молодой политик Сергей Вячеславович Тараскин. Затем его повторили маститые политики Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки в 2018 году. А затем и «Римский клуб» в кавычках подсуетился, взяв эти правила на вооружение, поменяв свою политику захвата земли, заявив, что мировые войны не допустят и все вопросы по претензиям государств друг к другу будут решаться мирным путем в суде. А в суд, как мы знаем, с пулеметами не ходят, как, впрочем, и с атомными бомбами, боевыми лазерами и прочей военной атрибутикой. Кто утверждает обратное, тот либо добросовестно заблуждающийся дилетант, либо опытный профессионал, провокатор и диверсант. В суд ходят с документами. Какими? Документами, подтверждающие факты наличия прав. Прав на гражданство, то есть имущественных прав. Это свидетельство о рождении и происхождении. Прав на наследство. Это семейные документы о происхождении, ДНК, которая подтверждает наличие кровно-родственных связей со своими предками, шурами, пращурами и принадлежность к своему роду и племени. Право на управление и владение пространством. Это древние грамоты, дающие право на территорию. Образно говоря, у кого ордер, тот и хозяин в квартире. К числу таких древних документов относится грамота Александра Филипповича, царя Македонского, государя монархии от 324 года до нашей эры, согласно которой гражданам СССР, они же потомки вольных и подданных Российской империи, 1721-1917 годы, Русского царства, государства, 1547-1721 годы и так далее вглубь истории, в том числе благородные породы славян, передано в управление, владычество, территория всего Северного полушария, от Северного полюса до Северного тропика, тропика Рака. То есть не нужно объяснять, что право на наследство, если оно у вас действительно есть, по новым правилам восстанавливается не беготней с оружием и митингами, а доказывается в суде, в том числе международном. Как и право требования вернуть все украденное на этой территории, восстановить все разрушенное, привести все в исходное состояние до преступления. Именно этими правовыми вопросами, связанными с предъявлением от имени граждан СССР законных прав требования на территорию, принадлежащую им по закону о наследстве, как потомкам благородной породы славян, прав требований к должностным лицам, виновным в совершении преступлений против граждан СССР и государства СССР, со всеми вложенными субъектами права, существовавшими до него, для подачи доказательств этих прав в Международный военный трибунал Международного суда, с 25 января 2010 года занимается Сергей Вячеславович Тараскин. Гражданин СССР, офицер вооруженных сил СССР, потомок вольных и подданных Российской империи,
русского царства и далее вглубь истории, а также благородные породы славян, которые, находясь под военной присягой СССР в точном соответствии с действующими на территории СССР Конституции основным законом СССР, Конституции основным законом РСФСР, законов войны и военного времени, первым в стране после дезертирства главнокомандующего Горбачева Михаила Сергеевича поднял Красное Знамя Советского Союза, в том числе и знамена, вложенных в него субъектов права, и повел за собой единомышленников, потомкам благородной породы славян, брать высоту, высоту права. Чтобы взять высоту права, гражданам СССР не понадобится ни взрывчатка, ни уголовники-киллеры, ни два ружья с пулеметом времен гражданской войны, якобы заготовленные гражданами СССР и показанными по НТВ. Явно в целях запугивания населения террористами, в кавычках, с левацким уклоном, использующими аббревиатуру СССР, и как доказательство якобы успешной деятельности спецслужб РФ по нейтрализации мифических террористов-сектантов из якобы, в кавычках, секты СССР. Сегодня Родине нужны специалисты иного рода. Экономисты, юристы, правоведы и, конечно, честные, с совестью, честью, долгом и ответственностью и чистые на руку люди, понимающие, что первой является сила в праве, второй – сила в правде, а не наоборот. А что мы увидели в этой части в передаче «Беседа» на авторском канале Андрея Караулова, в которую он пригласил профессора Романа Силантьева, консультанта ФСБ по сектантам, экстремистам и некромантам из числа граждан СССР. Давайте послушаем еще раз. Как вы считаете, насколько у ИГИЛа хватит сил? Или наоборот, с годами ряды будут только расширяться по разным причинам? Мы прогнозируем, что такого типа терроризм будет замещаться на терроризм иной, на терроризм левацкого характера. У нас уже сейчас на данном этапе наибольшую угрозу школьные расстрелы представляют, субкультуру Колумбайна, которая вообще не религиозного характера, но тем не менее вполне себе террористическая. И сейчас у нас пошли покушения на теракты со стороны новой совершенно группы сект. Это секты некромантов, которые, например, хотели убить Равина в Краснодаре в сентябре, планировали теракт в Ижевске, массовые беспорядки в Владикавказе устроили. А кто это такие некроманты? Вот я о них ничего не знаю. Это так называемые свидетели СССР или некрокоммунисты, которые считают себя законной советской властью, а нас оккупантами, которых надо уничтожить. И некоторые переходят от слов к делу, не только продают советские паспорта и прочие документы, но и покушаются на убийство и теракт. И вот это наше ближайшее будущее терроризм. Обратите внимание, профессор Силантьев проявляет беспокойство, а порой и страх перед теми гражданами СССР, которые, и это он отлично понимает, ввиду политической безграмотности, психической неустойчивости – и ухудшившихся социальных условий, безработицы и неуверенности в завтрашнем дне, что закономерно в капиталистическом обществе и отсутствовало в СССР. Открыто угрожают внесудебной расправой таким же гражданам СССР, которые нарушили воинскую присягу и статью 62 Конституции основного закона СССР, в которой написано: «Защита социалистического отечества есть священный долг каждого гражданина СССР, измена родине – тягчайшее преступление перед народом». И это намерение граждан СССР, как внесудебная расправа убийством, есть с позиции права такое же уголовное преступление в СССР, как и первое – измена. Статьи Уголовного кодекса только разные. Статья 207 и статья 64 УК РСФСР. Мы уже два десятилетия живем в 21 веке. О чем думаем? Что обсуждаем?
Зачем, спрашивается, добросовестно заблуждающихся, находящихся в мороке людей, пугать физической расправой, разжигая таким образом вражду, ненависть и гражданскую войну? Ведь именно в этом направлении выстраивал свои ответы эксперт Роман Силантьев, фактически превративший передачу в рупор. Сначала разделение граждан СССР на осознавших обман и не осознавших, а затем стравливание граждан СССР с теми же гражданами СССР, только ошибочно считавшими себя гражданами РФ. Почему из уст этого специалиста-консультанта спецслужб все время мы слышим в одном тоне: пошли покушения и теракты. А где факты? А фактов у него три. В Краснодаре хотели убить, в Ижевске планировали теракт, во Владикавказе устроили беспорядки. И это весь террор за 2 года. Больше не мог найти фактов. А потому фраза профессора Романа Силантьева в кавычках «пошли покушения и теракты» тянет полностью на высосанное из пальца вранье и клевету, деяние, подпадающее под действие УК РСФСР. Статья 69. Вредительство. Действие или бездействие, направленное к подрыву деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления советского государства. Статья 130. Клевета. Клевета – это распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений. Статья 190.1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский, государственный и общественный строй. Получается, у профессора Силантьева нет других вариантов, как пугать население и стравливать граждан СССР друг с другом, что квалифицируется по законам Российской Федерации как пособничество терроризму. Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. УК РФ. Поскольку других вариантов действий граждан СССР, кроме криминальных, например, правовых, которые можно было обсудить, у профессора Романа Силантьева не нашлось, то МВД СССР, например, предлагает журналисту Андрею Караулову при создании новых рубрик на своем канале «Беседа» обратить внимание на следующие темы, нуждающиеся в обсуждении общества. Во-первых, повышение общей правовой грамотности в части действующего законодательства СССР, Конституции основного закона СССР, Конституции основного закона РСФСР и чем от них отличается Конституция РФ, за которую голосовали граждане СССР. Во-вторых, доведение до рядовых граждан и специалистов, в том числе посредством интернет-СМИ, всей правды о том, что СССР не разваливался, а его планомерно разваливали. В-третьих, профессиональное разъяснение законодательства о порядке приобретения и утраты гражданства как СССР, так и РФ. В-четвертых, вопросы о приоритетности референдумов, недопустимости нарушений уже принятых ранее законов и конституций и соблюдения добровольной преемственности субъектов права от предыдущего к последующему и так далее. Вот, например, очевидная вещь. Законодательство СССР, закрепленное Всесоюзным референдумом 17 марта 1991 года о сохранении обновленного СССР с недосягаемым по количеству участвующих в голосовании 148 миллионов граждан СССР, это 80%, и проголосовавших за обновленный неделимый СССР, это 113,5 миллионов граждан СССР, это 76,5
0,5%, бесспорно по своему статусу стоит выше всех референдумов о суверенитете, принятых в союзных республиках во время парада суверенитетов, а также всех принятых законов в РФ, включая Конституцию РФ 1993 года и с поправками 2020 года. Кстати, за которую голосовали те же граждане СССР. В первом случае с паспортами СССР, а во втором за поправки в Конституцию бланками паспортов, в которых вообще отсутствует графа гражданства, что с правовой позиции звучит бредом, да еще в кавычках «сивой кобылы». Любой маломальски разбирающийся в праве специалист или журналист спросит в этом случае. Но это все-таки люди с ума сходят, вот ваша оценка. Это какой-то психоз. Выходит, что действительно был какой-то массовый психоз. А точнее морок, который продолжается и по сей день. Если следовать юридической практике РФ, то можно гражданину СССР с паспортом СССР свободно голосовать за любые конституции и законы других государств. Гондураса, например, Японии или США. Ну ясно же любому здравомыслящему человеку, что такого быть не может. Но ведь в этот бред с голосованием граждан СССР, которые с паспортами СССР голосовали за конституцию другого государства под названием РФ, большинство специалистов и журналистов поверили. А за журналистами в этот бред поверили практически все граждане СССР, все те, кто, добросовестно заблуждаясь, ошибочно стал считать себя признанным гражданином Российской Федерации, особенно когда поменял легальный паспорт СССР на камуфляжный бланк с названием «Паспорт гражданина Российской Федерации», в котором вообще отсутствует указание на гражданство носителя этого бланка. Сегодня алгоритм восстановления государства в правовом поле СССР утвержден на самом высоком уровне, о чем неоднократно говорил Сергей Вячеславович Тараскин, когда у него брали интервью журналисты СМИ. Это предполагает, что регистрацию подтверждения принадлежности к гражданству СССР, причем на добровольной основе, организуют председатели государственных регистрационных палат ЕС, ГРП, СССР, назначенные полномочными лицами в режиме действия на всей территории СССР законов войны и военного времени. Регистрация граждан – это основной инструмент правового перехода страны из внеправового поля РФ в правовое поле СССР, где вопросы прав на гражданство СССР являются ключевыми вместе с правом и одновременно обязанностями граждан СССР. Особенно в переходный период. Соблюдать и поддерживать общественную безопасность, без которой правовой переход в правовое поле СССР невозможен. А какой акцент в беседе с Андреем Карауловым делает специалист-консультант от ФСБ профессор Роман Силантьев, рассуждая о фатальной неизбежности гибели всех чиновников РФ, подобно полицаям, оккупантам и немцам от рук партизанов в Великой Отечественной войне? Вот что профессор Роман Силантьев говорит о текущем моменте. Жил Малатова, к счастью, протрезвела и теперь так не считает. А зато масса других людей ее нишу сейчас заняла. Мы более 60 сект насчитали такого типа. В них 60 сект? Да, более 30 тысяч наших граждан в них состоят, включая военных, пенсионеров и пенсионеров МВД. И оружие у них имеется, и взрывчатка, и понимание, как это все использовать. То есть это не 16-летние игиловцы, это люди зачастую уже с боевым опытом. И в принципе, чем дальше, тем ситуация там хуже развивается. Не, ну убивать-то зачем? Ну хорошо, политически боритесь. Вот считают, Платошкина... что полицаи, оккупанты, вот как партизаны убивали немцев, так надо убивать и нас. Обратите внимание, у профессора Силантьева
видимо, получившего строгие инструкции кураторов, вариантов касательно намерений граждан СССР, кроме как убивать, нет. Он даже не отреагировал на слова Андрея Караулова «Политически боритесь». У профессора четко наблюдается навязчивая фобия. Единственная мысль, которая должна остаться в головах слушателей после обсуждения темы о гражданах СССР, мысль о том, что у всех активных граждан СССР одна единственная цель – надо убивать. Как опытный провокатор-диверсант, профессор Силантьев своей фразой в отношении намерений граждан СССР, что в кавычках «надо убивать и нас», подвел таким образом итог своих псевдонаучных исследований о возросших рисках массового террора, исходящего только от граждан СССР в отношении этих, в кавычках, «нас». О своих якобы научно обоснованных опасениях, что, скорее всего, вызвано не научными исследованиями, а подспудным страхом. А вдруг, раз в это люди так искренне верят, скрыта правда о том, что СССР все-таки действительно юридически существует. И тогда тут Силантьев, проявив свои фантазийные способности, сообщает свой научный прогноз типа, в кавычках, «военные пенсионеры и пенсионеры МВД, уже имеющие боевой опыт, прошедшие спецподготовку в террористических сектах типа свидетелей СССР, заготовив заранее взрывчатку, тут я добавлю, и тяжелые пулеметы с патронами, непременно придут взрывать и убивать», дальше он опять говорит, «нас, а значит всех». Тут даже подготовленный, видавший виды караулов, такого поворота не ожидал. Кого? 150 миллионов? Мы все полицаи, все оккупанты? Ну, сначала надо убивать чиновников, правоохранителей и прочих, остальные по-хорошему или по-плохому поймут, купят советские паспорта и примут советскую власть новую. Если бы перед руководителем любой спецслужбы была поставлена цель захватить страну, как это было в Афганистане или иной стране, где свергали власть, то он ответил бы словами Силантьева, приведенными выше. Смотрите, как профессор Роман Силантьев после долгих научных изысканий сформулировал в доступной форме, чтобы всем понятно было, об истинных целях граждан СССР образца 2020 года, в кавычках, «заставить добропорядочных граждан РФ по-хорошему или по-плохому, то есть принудить купить советские паспорта и принять советскую власть». Тут вопрос. Какие нужно проводить научные изыскания того, на что у военных есть? Однозначный ответ. Человек с высшим образованием, профессор, специалист по исламу, кстати, готовивший курс для детей по этой теме по противодействию сектам. И в здравом ли уме вряд ли мог до такого додуматься, если, конечно, он не военный, а якобы гражданский специалист. Для убедительности он еще и модальный глагол «надо», синоним «нужно», вставил. Цитата. «Сначала надо убивать чиновников, правоохранителей и прочих». Конец цитаты. Причем, как всегда, однозначно, без других вариантов. Вот здесь точно надо задуматься, как минимум, о психической вменяемости сказавшему это. А как максимум на предмет его причастности – к идеологическим диверсиям в пользу других государств, прописавших сказанное Романом Силантьевым в одном из своих генеральных планов.